Всем привет, ребята, с вами Аня, и у нас сегодня с вами недельный влог, давно его не было, сегодня у нас 4 марта, у нас на этой неделе достаточно много дел, должно быть интересных и не очень до событий. Во-первых, будет 8 марта, это уже ого-го. Так что будет интересно, оставайтесь со мной и обязательно подпишитесь на канал перед началом ролика. Утро понедельника, как всегда, мне плохо, хочется уже выпилить из этого мира, ну не прям, чтобы сильно. У нас сегодня по планам это съездить и поменять дуги на моих брекетах, ага. Сегодня я встала в 6:15, как-то без будильника, ну ладно, окей. И прочитала две серии из клуба романтики, спасибо, уже утром начали с чтения. Вот мой повседневный серый образ такой обычный. Это худи и штаны обычные. Ну, мне просто уже немного надоел мой гардероб. Он весь такой серый, черный, белый, какой-то вот странный. Я вроде такая молодая, такая красивая, хорошая. А вот у меня тут гардероб скудный в плане по цветам. Очень хочу съездить на шопинг, но как-то вот мне не хочется ехать по магазинам, там, ходить что-то. Я просто хочу, чтобы у меня была новая одежда. Так что одеваемся, потому что у нас сегодня линейка, нужно... Ну, хоть как-то, одеться поприличнее. Прилично? Достаточно. Вообще, я человек неточных наук, но я обожаю структурировать всю свою деятельность. У меня все записано в заметках, на бумаге. Обожаю составлять планы, сценарии и так далее. И я даже составляю себе планы, кто мой любимый фаворит в клубе романтики, ну, типа, с кем мне нужно вести ветку. Да? И тут еще на обратной стороне у меня есть штучка, такая вот, что я хочу купить. Представляете, я настолько уже бам-бам-шикотата. История КР. И вот некоторые я уже прошла, да. Вот есть некоторые, которые я еще собираюсь проходить. Вот там написаны мои фавориты, так как я не могу запомнить всех. Ну, я уже на будущее, понимаете, распланировала, кто мне нравится больше. Да, я поехала головой, и что? Но самое главное, что вот, что я хочу купить. Но не думаю, что я куплю все, потому что, опять же, в магазинах половины нету. Это север, и тут вообще магазины, конечно, скудные, да? А вообще, кстати, по поводу клуба романтики, я сейчас прохожу историю «Высокий прибой». Мне очень нравится, хорошая история. Вот, уже скоро, а то и сегодня я ее закончу. У меня опять же все по плану. Закончить историю сегодня. Вот это я молодец. Да, вот такая вот я немного странная. Ну, что поделаешь, это моя жизнь. Я хочу ее структурировать. Ну, да, странно. Но мне нравится. Я уже в весенней куртке, в весенних ботинках. А потому что все, у меня уже весна, 4 марта на дворе. Ну как? Как я могла прийти? Вон. Не вот так. Я уже готова встречать лето, если что, ребятки. Я вот сейчас иду в школу, и мне кажется, что сегодня школа, походу, закрыта, или сегодня не понедельник. Так мало людей. Может, реально сегодня не понедельник? Всем привет. Сегодня у меня нет настроения, потому что контрольная по химии, а она будет тяжелая. Но я верю, что Анжелика напишет хорошую сферу, но она в себя не верит немного. Ну ладно. У нас сейчас алгебра, потом сочинение и история, и домой наконец-то. Сегодня очень скучный день, поэтому снимаю я мало в школе. Завтра вот посмотрим, что будет. Разнос какой-нибудь, может, устроит. Нас наконец-то выпустили со школы и спросим, как там у нее ее контрольная по химии. Короче, все не настолько плохо, но я просто мое хобби это накручивать себя. Поэтому я себя нагрузила, но думаю, что 2, но так-то должно быть 4. У меня такие синие губы. Вообще просто трэш. У меня тут стиралка стирать, четко нету. Я, короче, сейчас почищу зубки и можно ехать. Кстати, у меня вчера стукнуло на YouTube-канале 5000 подписчиков, ребята, всем спасибо, кто подписывается. А также я сегодня начала писать посты, в плане я их не буду писать каждый день, но просто по каким-то поводам я с удовольствием буду с вами общаться. Мне просто хотелось быть с вами поближе, как-то с вами коммуницировать и так далее, спрашивать вас, какие-то делать опросы, мнения и так далее, чтобы вы отвечали, как-то мы с вами общались более плотно, чем
влоги, да, влог я снимаю, и что там, напишешь несколько человек в комментарии, я к ним прислушаюсь и так далее, но я бы хотела, чтобы у нас был больше коннект с аудиторией, вот поэтому я буду еще писать посты, буду выкладывать какой-то лайф еще контент, прям, ну, с места событий, да, если будет очень жесткая какая-то новость или событие какое-то, поэтому, ребятки, если что, я теперь еще и выкладываю в сообщество, там, всякие постики, или как они там называются, ну, короче, сегодня уже вышел первый, потому что 5000 подписчиков, вот, можно уже начинать. Мне поменяли дугу, резинки, и наконец-то мне сказали, что я могу снять эластики и больше их не носить. Спасибо, ребята. У нас, если что, сейчас время. И что мне делать? Я до сих пор ни уроки не делала, ни кушала. Представляете, я один раз в день только покушала. Мне поставили навороченные какие-то резинки, и из-за этого они будут стягивать прям зубы вот сюда. Просто тогда у меня лечение было направлено именно на то, чтобы выровнять мой прикус. А сейчас прям зубы стягивают. Из-за этого у меня просто трэш, такие резинки натянули, вот такие просто. Ну, ладно. Сейчас такой свет ужасный. Меня вообще очень дико бесит моя квартира из-за того, что сюда не попадает свет, в принципе. Везде такой ужасный свет, что на кухне, что у меня в комнате. Везде. Только в ванной есть нормальный свет, более-менее, да? Поэтому, ребят, не обессудьте. Ну, вот скоро перееду, может, когда, после 18. Тогда вот уже и будут какие-то влоги солнечные, что ли. А сейчас север, сами понимаете, и темно, и свет какой-то убогий. Итак, рассказываю вам рецептик, который я сейчас буду готовить, и вот что нам понадобится. Вдруг кому будет интересно. Так что это моцарелка. Но опять же, это все индивидуально. Сколько хотите, столько и готовьте. Но я взяла 3 яйца. Помидорки черри вот сейчас купила. Как раз таки. Шпинатик. И, конечно же, лаваш нам понадобится. И все это мы должны готовить в духовке. Сейчас я это все смешаю, замешаю, микс. Вам все покажу. Вот, ну а так кратко, четко, ясно вам вроде рассказала ингредиентики. Это все нужно просто покромсать и бросить в лаваш и в духовочку. Вот такая вот интересная штука получилась, не знаю, пропеклось, нет. Я хотела вам сказать о том, что как у нас прошел день, итоги подводим. Я сняла очень много материала, мне кажется, что я очень много наснимала, и вправду, это прям на конкретный обычный влог дневной. Я постараюсь что-то вырезать именно из сегодняшнего дня, потому что у нас впереди еще 6 дней. А куда мне их вставлять? Мне что, разбивать влог на 2 части? Также я хотела вам показать мою штучку, посмотрите, какая прикольная. Короче, у меня есть второй телефон, и я соединила свой iPhone с вторым телефоном, я теперь могу смотреть и снимать как бы на заднюю камеру, но по факту и смотреть, вот, видеть себя. Это прекрасно, потому что это помогает мне снимать более-менее качественный контент с лучшего ракурса и так далее, чтобы свет был хороший. Это как-то более-менее меня успокаивает как блогера, чтобы и качество было лучше, и я себя тоже видела. Что я могу сказать по поводу сегодняшнего дня? Он просто невыносимый, ужасный, я ненавижу такие дни. Я человек такой лентяй. Есть люди, которые зависимы от работы, они прям обожают пахать. Так вот, я не такой человек, я обожаю именно лежать, кайфовать. Я могу месяцами лежать и не делать ничего. Ни работу, ни уроки, мне вообще плевать на все. И вот я из таких людей, и поэтому иногда у меня бывает такое, то, что у меня все мои там видео тоже сбивается, все, я как-то в разнобой все выкладываю. Бывает такое, да, просто потому что я ложусь на кровать и занимаюсь там, не знаю, какими-то другими делами, клубом романтики, там, ухожу в какие-то другие сериалы, дорамы. Мне вообще не важно, что происходит во внешнем мире, работа, не работа, учеба, не учеба, какая разница, да? Вот, я такой человек, и вот сегодня я утром только смогла присесть на кровать, вот когда я снимала как раз-таки, и все. Это последний раз был, когда я нормально села на кровать. Я так хочу уже полежать, отдохнуть, а сегодня настолько был плотный день, что я ничего, просто не вздохнуть, не пукнуть. Завтра, надеюсь, что будет намного лучше, потому что я хотела вообще-то сегодня закончить высокий прибой, а у меня нет. Как я могу закончить, если у меня нужно выбирать или обществознание учить, или высокий прибой? Ну, конечно же, я выбираю высокий прибой. Вот такая вот, даже здесь я выбираю высокий прибой, понимаете? Зачем мне обществознание, если есть клуб романтики?
Ну что ж, я пришла со школы, у меня есть для вас несколько новостей. Пока я была в школе, ко мне подошли две девочки. Как я поняла, они мои подписчицы, они меня узнали. Это очень прикольно. А также я сегодня собираюсь жестко засесть за монтаж. Как я вам говорила, весна наступила, я работаю просто в режиме мега-мега-мега-супер продуктивном. Поэтому я хочу сегодня помонтировать видео о брекетах. Также сегодня на переменках читала Арканум. Я вчера закончила «Высокий прибой», историю прикольную, мне понравилось. О, сейчас еще вспомнила то, что у нас обновление в клубе романтики выйдет через 8 дней. Не смогла я с ней нормально почитать. Мне все-таки захотелось работать, в плане того, что мне это показалось интереснее, да, занятие. Но я, короче, помонтировала видео, там уже немного осталось. И я вот открываю сейчас ноутбук и буду искать фотографии для видео. Так как там видео о брекетах, мне нужно найти свои старые фоточки, где я была в брекетах, вот, в марте, да, получается. Мне их поставили 21 марта, и вот нужно найти свои старые фоточки. Из-за того, что я вчера ездила в клинику, они мне показывали мой слепок зубов. Ну, я, конечно, ошалела. Он еще так сравнивал мои зубы и вот этот слепок. Но сейчас начну, короче, искать всякие разные фоточки, копаться в архивах, потому что, ну, надо, чтобы видео было интересным, чтобы вы могли посмотреть вообще, что у меня было до, да? Поэтому погнали. Всем доброе утро. Я сегодня не пошла в школу, причина никому не известна. Уже напялила на себя носочки, мои велосипедочки, или как они там называются, не помню. И решила заняться йогой утром, перед завтраком, потому что у меня очень сильно болит спина, шея, поэтому надо себя размять, и йога для меня это спасение. Да, я знаю, что я идеальная хозяйка. Итак, что у нас сегодня по планам? Я хочу помонтировать видео, полежать, отдохнуть. Вот, я сейчас покушала, позавтракала, все прекрасно. Теперь у меня есть выбор или пойти монтировать видео, или все-таки идти читать клуб романтики. Но я решила, что пока что помонтирую видео, пока у меня есть такое настроение, вайб. Не знаю, почему-то мне очень нравится сейчас монтировать видео, но мне бывает такое, что если надо, то мне прям очень интересно. Но если можно не монтировать, но я могу не монтировать месяцами просто. Вот, ну, я втянулась, поэтому продолжаем монтаж как раз-таки этого влога. У нас сегодня целый день свободен, так что мы с вами отдыхаем. Настал вечер, я тут танцевала под Ариану Гранде и решила вам показать, как я сегодня обновила все обои на телефоне. Это мой второй телефон, поставила сюда Рейтона. Ну, просто этот телефон я обычно его не трогаю, и вот. Почему бы нет? Рейтон вот такой вот у меня стоит теперь, красавчик. А на другой телефон, то есть на мой основной, я поставила пока что Амен и Эфтида. Я помешалась на клубе романтики совсем. Вот, помыла голову, все. Теперь я должна собираться в школу. Мне нужно сделать уроки, но я так их не сделала. Ну, ничего. Сейчас все быстренько это сделаю, завершу и спать. У нас сегодня свободная форма. Вот так вот я пришла. Анжелика, как тебе? Это
Чипсы, ребята, будет. У нас уже есть ингредиент для кофе. Клубника в шоколаде будет. У нас сегодня VIP-места. И что это такое? Волонтеры выделили. На входе. Опа! Оп! Немножко такой футбол. Оп! Она хочет мне пальцы сломать! Месси! Месси! Сейчас будет похороны. Давай, вот прям встань. Посмотрим, забью, нет? Мяч. Аня, вратарь. Погнала. Опа! О, подожди. Заява. Решили, что, короче, сегодня пойдем играть ко мне в монополию. Такие вот мы молодцы. Пришли, причапали, поиграли в футбол. Ну, вы уже вставочку видели это. Какие мы Месси и Роналду. И пришли играть в монополию. Прикиньте, очень давно не было такого, чтобы мы ходили друг к другу в гости. Просто так вот. Просто вечер. Сегодня что, четверг? Вечер четверга. Мы пришли в гости. С ума сойти. Все, мы закончили играть. Посмотрите, с чем осталась Анжелика. Вот такая вот она сидит. У нас вот такое вот поле. Ну, видно, да? Мое. Чьи домики. И вот с чем осталась я. Немного пустовато. И все у меня заложено. Это вот все мои бывшие улицы. Я их всех заложила. И я осталась ни с чем. У меня даже копейки нет. Все отдала Анжелике. Еще и должна я осталась. Так что, короче, я банкрот. И вот Анжелика выиграла. Победа за Анжеликой. Вот. Вот так вот мы остались ни с чем. Все из-за того, что она выкупила Арбат, а я малую бронную. И мы не смогли поделить. И вот она. Какие у нее улицы. Я не проиграла, я выиграла только. Мне только в плюс. Доброе утро. У нас сегодня 8 марта. Мой папа поздравил меня и подарил мне цветочки. Пакетик вот такой вот. И там цветочки. Я обожаю гипсофилы. У меня здесь стоит ваза. Ну, я думаю, что вы все знаете. Вот такие вот. Они у меня стоят уже более 2 лет. Они засохли очень давно. И это даже букет из 2 букетов. Потому что вот эти вот розовые, это от Анжелики. Она мне их подарила на 14-летие. А вот это от папы на 15 вроде летие. Ребята, понимаете, да, насколько это древние цветы? Мне уже 16, скоро 17. И вот я попросила у него гипсофилу новую, ну, чтобы уже обновить вот эти вот. Ну, что они 2 года стоят, ребят, пора уже менять что-то. Но папа сказал, что в цветочном не было гипсофил, именно букета такого, чтобы красиво, чтобы можно было собрать. Вот, и поэтому сказал, что потом купим мне прям гипсофил отдельно, но сегодня вот такой вот букетик. Опа! Кстати, я обожаю папоротник, ну, вот именно вот эти вот веточки, потому что мне кажется, что он очень красивый, я не знаю, может быть, это не папоротник, но мне нравится. Я обожаю такое, ой, какая красота. Не люблю розы, красные тем более, но гипсофилы, папа сказал побольше положить, поэтому прекрасный букетик. Очень приятно. И также вот такой вот мини-подарочек, так я сказала, что мне нужны только цветы, и больше мне ничего не надо. Ну, конечно, папа еще денег не давал сверху, ну, вот такой подарок. Крем здесь. И дезодорант. Папа дал мне денег, чтобы я заказала суши, но я не захотела сегодня суши, потому что на это был ряд причин. Вот, и поэтому я такая думаю, ладно, пап, купи мне просто шаурму, я уже буду довольна. Поэтому шаурма так шаурма. Вот, жду не дождусь шаурму, потому что я до сих пор не завтракала, но вот помыла голову, все хорошо. И теперь я продолжаю читать Аркану. Все утро читаю Аркану, потому что у нас сегодня, как там, день шопинга, короче. Можно покупать бесплатно эти все наряды. Вот, и я читаю, пока есть возможность, пока есть целый день, чтобы бесплатно их покупать. Угу. Вот такая вот я халявщица. Вот такая вот у меня шаурма здесь и цветочки мне подарила моя сестра. И немного подзасохли из-за того, что морозы у нас на улице, но все равно как приятно получить от сестры цветочки, тюльпанчики там всякие разные. Еще и вот эти вот, я не знаю их название, но очень приятно все равно. Ребята, какая красота сейчас была. Такой чил. Я поспала. То есть я уснула. Сейчас уже 5 часов вечера. Я уже целый день валяюсь на кровати. Такая интересная. А мне очень нравится.
так здесь хорошо на кровати, можно мне всю жизнь лежать здесь. Не знаю, что буду делать ночью, но как минимум сегодня я за день ничего не делала, я только читаю Арканум. Но поднимаю немного, сплю, засыпаю, ничего страшного, какая разница. Так что по планам дальше читать Арканум, у меня там уже конец первого сезона. Вот такие вот ресторанные деликатесы я себе приготовила на завтрак. Ну разве они не прекрасны? Чисто вайб севера. Ребятки, ну что ж, воскресенье-то у нас, вот подошли к концу, целая неделя прошла, ребята, с ума сойти, как так быстро. Я сняла вам прекрасный влог, прикиньте, он уже смонтирован, оказывается, я его вчера смонтировала, и все, мне осталось только немного добавить, подредактировать, и все. Я очень продуктивна на этой неделе, честно вам скажу. Также я сейчас читала Арканум, уже почти на третьем сезоне меня затянуло. Ой, хорошо было. Я вообще, когда читала уже первый, там второй сезон, ну боже, как же нудно, как же скучно, ну зачем столько много описывать? Но сейчас я читаю, ой, красота, красота, красота. Не могу оторваться. У нас сегодня в 6 часов утра началась алмазная лихорадочка. Опа, тоже счастливчики знают, понимают, о чем я. Поэтому я сегодня еще более счастливая, более радостная. Вот, но так я сегодня, что-то мне остается сделать уроки, читать. Все, больше нечего делать. Я закончу влог в обед. Мы прекрасно с вами провели время на этой неделе. Я надеюсь, что вам понравился этот влог. Вы оценили. Ой, у меня тут коленка торчит. Не обессудьте, ребят, мне нравится так сидеть. Еще тем более цветочки на фоне. Красота, красота. Вот, так что всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока.